Жил да был юнец. Да сказал он себе как-то раз, что в истории этой придет всем конец. Он дерзнет избежать этой доли. Собираюсь найти это место, где никто никогда не умрет. Он обнял на прощание близких, родных и отправился в путь. Спустя несколько месяцев встретил он старика с бородою до самой груди. Старик тот стоял на лесоопушке, что казалось, шел до бесконечности. Юнец говорит старику: «Ищу это место, где никто никогда не умрет». «Оставайся со мной», — отвечает старик. «И не умрешь ты пока. Я не срублю каждый сук в этом лесу». «Сколько на это уйдет?» «Ох, не меньше 100 лет». «Нет», — ответил юнец. Юнец продолжил свой путь, да встретил еще старика с бородою до самого пояса, что тащил на телеге огромные камни с горы. И сказал старику он: «Слыхал ли о месте том старче, где никто никогда не умрет?» И ответил старик: «Оставайся со мной. Не умрешь ты, пока не сравняю с землей я гору всю». «Сколько на это уйдет?» «Не меньше 200 лет». «Нет, собираюсь найти это место, где никто никогда не умрет». Встретил третьего он старика с бородою до самых колен. А старик тот глядел за тем, как утка пьет воду из моря. «Слыхал ли о месте том старче, где никто никогда не умрет?» И ответил старик: «Оставайся со мной. Не умрешь ты, пока эта утка не выпьет все море до дна». «Сколько на это уйдет?» «Ох, не меньше 300 лет. Да и кто же захотел бы жить дольше?» Продолжил свой путь юнец. Вот он к замку пришел. Открыл дверь ему древний старик с бородой до самой земли. «Ищу это место, где никто никогда не умрет». «Ты нашел его», — отвечает старик. «Могу я войти?» «Да, и я был бы рад быть не один». Путь.